Для записи с помощью четырех микрофонов мы будем использовать разнесенную пару оверхедов и микрофон для бочки. Однако добавим к ним еще один динамический микрофон, Shure SM57, направленный на рабочий барабан. Расположите микрофон на высоте трех пальцев от обода рабочего барабана. Это быстрый и надежный способ. При этом микрофон должен смотреть точно в центр рабочего барабана. Еще одна хитрость. Для того, чтобы SM57 улавливал как можно меньше ненужного здесь звука железа, просто попросите вашего барабанщика чуть приподнять тарелки, расположенные рядом с микрофоном. Для записи мы будем использовать аудиоинтерфейс Scarlett 18i8. Сначала подключим его к компьютеру с помощью USB-кабеля. Затем в настройках вашей DAW выберите Scarlett 18i8 в качестве входного и выходного устройства. Затем подключите микрофоны к аудиоинтерфейсу, активируйте функцию фантомного питания, если это необходимо, и отстройте уровни усилителей так, чтобы звук не клиповал. Послушаем. Теперь Алессандро с сетапом из четырех микрофонов. Другой популярный способ использования четырех микрофонов называется метод Глина Джонса. Глин Джонс — это известный звукорежиссер, работавший с такими коллективами, как Rolling Stones, The Who и Эриком Клэптоном. Техника записи Глина Джонса подразумевает использование одного оверхеда, расположенного по центру, на расстоянии от 70 до 150 сантиметров над рабочим барабаном. Второй оверхед при этом располагается над ободом тома. Оба оверхеда должны находиться на одинаковом расстоянии от центра рабочего барабана для избежания фазовых проблем. В миксе эти оверхеды панорамируются полностью влево и вправо. В дополнение к оверхедам мы используем Beta-52A для записи бочки и SM57 на рабочем барабане. Будьте внимательны с установкой второго оверхеда. Если вы разместите его слишком близко к райду, то можете получить слишком вялый и неравномерный звук. Если вы поднимаете микрофон над райдом, убедитесь, что он направлен точно к центру рабочего барабана. Так вы сохраните в записи все необходимые оттенки тарелок и пробивную мощь рабочего. Конечно, для поиска идеального расположения придется поэкспериментировать. Переведем оверхеды в режим всенаправленной записи. Дополнительные сведения о направленности микрофона вы найдете во втором сюжете серии «Выбор микрофонов». Давайте послушаем эту комбинацию.